Создадут свой личный бренд. В Ханты-Мансийске открылась первая школа креативных индустрий. Это стало возможно благодаря федеральному проекту «Придумано в России». К нему присоединились уже 32 региона. В Югре новое образовательное пространство создано на базе окружного дома народного творчества. Осваивать тонкости современных профессий смогут школьники от 12 до 17 лет. В этом им помогут преподаватели практики, а также ведущие деятели в области культуры и искусств. На выбор несколько направлений – анимация и 3D-графика. Графика, современная электронная музыка, фото и видеопроизводство, а также дизайн. Все студии оснащены самым современным оборудованием. Обучение в школе будет бесплатным. Несмотря на то, что вы только собираетесь учиться, по сути своей нашли себе возможность, открыли ее. Вот именно в тех областях, которые там являются такими, знаете, штучными, и где ценятся индивидуальные возможности. Плюс еще и школы, обучение, получение навыков, как продвинуть то, что вы сделали, то, что носит уникальный знак каждого из вас, фамилию, имя, отчество или бренд. Первыми слушателями курсов станут 80 ребят. Им предстоит осваивать востребованные в регионе творческие специальности на протяжении 2 лет. В результате школьники создадут собственный проект и получат сертификат о дополнительном образовании в креативных индустриях. Отмечу, что в следующем году в Югре откроются еще 2 аналогичные школы – в Сургуте и Белоярском районе. Навыки, которые мы получаем здесь, в нашей школе, они являются не просто знаниями, а знаниями, благодаря которым они в дальнейшем могут выбрать более серьезные творческие профессии, среди которых дизайнер, кинорежиссер, звукорежиссер, музыкант. Впечатления у меня вообще отличные. Я не ожидала, что будет такой теплый прием, что будут такие отзывчивые преподаватели, улыбчивые. Сегодня взрослые устроили большой праздник. Я занималась анимацией несколько лет назад, и это направление, оно достаточно меня затянуло. То есть проработка всех этих кадров, покадрово, двигать пальчик, не пальчик, это очень интересно.